Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Resident 2. Так, и отправимся сейчас. Сейчас мы возле Токарикуа. Да. Отправимся. Пришло время поменять курс. Есть, капитан. Кальдеру. Там есть сундучок, я вроде бы не открыл. Он стоит у Маурикато. Да, тут, как всегда, очень красивые виды. Пойдем со мной. Хорошо. Так, и надо искать сундук. Пойдем никого на берегу. Крыса, это хорошо, это опыт халявный. А что у этого чувака было? Вот это. Сабля капитана, херня. Это все уже у меня есть. Кольцо охотника. Нет. Карта Кальдеры. Кому она надо? Боже мой. Оставлю этот, весь этот хлам себе. Так. Пойти. Подожди здесь. Подожди здесь. Есть. Так, я пойду. Наведаюсь к нашему старому знакомому. У него есть сундучок классный. Да, 90. Так, так. А, нет, так. Так, так. Так, наверное, вот так. И вот так. Что там, 50 золота? Ужас. В таком... такой сложный сундук и... так мало добра. Сундука нет. Ладно. Тут есть сундук. Веди себя хорошо. Есть сундук.
Не суй нос, куда не просят. Ну, тут сундук я открыть не могу. О, это тоже еще сундук. Ясно. Так, пойдем со мной. Пойдем со мной. Без проблем. Ну, чтобы не бегать, а... Стоять на месте. Перенесемся по-быстрому. Да, не ожидал я такого. Ну, есть такое в этой игре, что вроде и укачиваешь умение, а толку от этого, ну, прибыли точнее, не особо густо. Так. Меняем курс. Пришло время поменять курс. Есть, капитан. Отправляемся на Антигуа. На походка тут не очень. Это обезьянка тут. Отзывается. Я не знаю, стоит ли приручать обезьяну или попугая. Толку от этого не вижу. Обезьяна может отворовывать. Он попугай будет отвлекать. Пойдем со мной. Хорошо. Ну это такое. О, я там указала. Таверна сейчас грабану. Раздражай меня. Ладно, Зак, не буду. Стальная борода. Вот это был пират. Так, у нас... Да, как все возросло. А ты меня научишь так же хорошо красть? А и меня научишь так же хорошо красть? Но до этого еще дойдет. Если это будет уметь каждый, в этом не будет ничего особенного, правда? Да. $350. Спасибо. Думаешь, все так плохо? Конечно. А кто ее остановит? Инквизиция? Денежка уже даст. Так, а, надо запивку доставить. Ты что, смеешься? Я привез тебе партию рома с Токаригуа. Святые угодники! Да это же превосходно! Вот твое золото. Сам знаешь, что с ним делать. Конечно. Ого. Давай выпьем за это. Так ты еще станешь моим любимым капитаном, ты знаешь? Сомнительная радость. Так. Ты можешь меня чему-нибудь научить? Что ты хочешь знать? Запугивать. Броньку я хочу прокачать. Хочу, чтобы огнестрельные раны еще быстрее заживали. Уверен, тебя уже несколько раз ранили. Ты знаком с той болью, которую придется пережить. Поэтому
Ты уже должен уметь с ней обращаться. Разум должен управлять телом. В этом весь секрет. Угу. Так. Что там персонаж? Можно было бы огнестрел качнуть. Броника. Так, это не стрела, да? А, прочный кожа от холодного оружия. Способности. Ага, эффективность обезболивающих средств удваивается, я понял. Лекарь. Несокрушимость уровень крови со временем восстанавливается. Ну, это было бы неплохо. На запугивание. Десяточка. Ну да, конечно, неплохо было бы запугивание качнуть, но я пока не буду тратиться. Сколько стоит? 3000. Ну давайте огнестрел качнем. Хочу качнуть огнестрел, чтобы побольше мочить всех. И еще. Так. А, метательное оружие это в холодном оружии, я понял. Тогда капитан оператор. Так. Пошли поговорим со своим. Можем. Чего? Что за перевод? Может тебе покинуть Антигуа? Можем теперь покинуть Антигуа. Тогда запрыгивай на свое судно. Скажи своему рулевому, чтобы он высадил тебя на острове мертвецов. Ага. Острове мертвецов? Да, ты все поймешь, когда мы прибудем туда. Договорились, но не дай бог тебя там не будет. Не переживай, я буду там. Увидимся на острове воров. Остров воров. Он сказал на острове мертвецов. Остров бой, остров мертвецов. Неправильно перевели. В принципе, осталась веревка. Висенника. Но она дает плюс 10 на мушкеты. Это нужна обезьянка. Тебе ее доставят. На этом складе. А мушкетами я не пользуюсь. Так что можем спокойно отправиться. Ага! Я хотел храм воздуха еще чухнуть. Давай я метнусь быстренько. Мне нужен пароль. Свайн хочет встретить, хочет
встретиться со мной на острове мертвецов. Свейн хочет встретиться со мной на острове воров. Хм, остров мертвецов? Знаю такой, по крайней мере, знаю, где он. Надо ж. О самом острове не знаю практически ничего. Если ты там помрешь, значит, это была ловушка. Так, а как же попасть? Храм воздуха. Может, друид подскажет? В принципе, недалеко. Можно перенестись вот сюда. Башню Мака. О, обезьянка. Спустимся. Мы уже у друида. Косик. Да. Не понял. Я не могу поджарить мясо, у меня его нет. А где друид? Он же был вот этот сраный друид. Да, интересно. А где маг? А, вот он. Видите? Подожди здесь. Есть. Я сундучок заметил. Что ж тут такого лежит, интересно? Кинжал, всякая ерунда, которая не стоит менее выросла моего. Я устал, мой юный друг. Дай мне немного отдохнуть. Да. А может уйти на корабле? Сидит. О, перенесся без пяти. Молодец. Пойдем со мной. Хорошо. Погоди. У меня вот нет никакого желания. Либо тебя съедят. Так. Где же строить, может быть? Я должен сказать, что были в моей карьере корабли. Ага, и что это значит? Хм. Ну, я так скажу.
Если бы от каждой занозы не шел мерзкий запах инквизиции, это было бы чертовски хорошее судно, сэр. Ну ладно, это худшее из зол. Есть, капитан. Друиды я тут не вижу. Это не он стоит. Элдрик. Странную жизнь ты себе выбрал. Мне она нравится. Здесь я сам себе хозяин. Не бегаю по поручениям Инквизиции, не слушаю их приказы и не разбираюсь в их бюрократических закорючках. Это мне хорошо понятно. Но не дай ослепить себя свободе и независимости. Спасение мира значит спасение всего. В том числе и Инквизиции и ее устоев, а не только того, что хочется тебе. Да, я знаю. Тогда у тебя еще есть надежда. Храм воздуха — это источник Гаргулий. Мы должны найти его как можно скорее. Храм воздуха — это источник Гаргулий. Мы должны найти его как можно скорее. Так я что-то нашел. Храм воздуха — это источник Гаргулий. Мы должны найти его как можно скорее. Нам надо снова расстаться. Есть. Храм воздуха — это источник Гаргулий. Храм воздуха... Я понял. Вот. Храм воздуха. Как в него попасть, я не знаю. Пришло время поменять курс. Есть, капитан. Так, остров мертвецов. Да, но обещающе. Так. Гляди, остров мертвецов. Команда, похоже, собирается спрятаться по трюмам и не вылезать до твоего возвращения. Да ладно, я сам справлюсь. Попробуй только не вернуться. Я буду осторожен. Если ты и впрямь встретишь там дух моего отца, не забудь спросить его об амулете. Ладно. Пошли со мной. Пойдем со мной. Без проблем. Карты нет. Ладно. В одиночку. Ну чё так? Не хотя, чтобы я с кем-то и шёл. Странно. Все посмотрим хорошенько. Заодно с стальной бородой побазарим.
О, стоп, бутылочка. Да. Это что? Мясо. Золотишко. Что тут? Может быть или нет? Пойдем посмотрим. Интересно, наша вуду-жрица пошла бы с нами? Там было написано отправиться одному. Этому сомневаюсь. Чтобы дали нам спутника, раз так. Так, тут ничего нет интересного. Сундук. Ерунда. А с закрытыми глазами можно открыть. Ага, да. Ветра бури. Ну, 45-60. Ничего. Если бы я раньше его где-то нашел. Ну, вход. А ты кто такой? Живым не дозволено входить в царство мертвых. А это и есть это самое царство мертвых? А это и есть это самое царство мертвых? Нет, я охраняю его. Вход в царство мертвых лежит за этими воротами. Значит, это еще не настоящий вход? Значит, это еще не настоящий вход? Вход... Священный храм в конце ущелья, которое находится за этими воротами. Там находится алтарь перехода. А кто охраняет его? Толпа мертвяков. Мертвяки? Ага, ну с ними я справлюсь. Мертвяки! Ага, ну с ними я справлюсь. Мертвяки ревниво охраняют вход в царство мертвых. Их сила велика, особенно здесь. Могу себе представить. Ты здесь постоянно сторожишь? Ты здесь постоянно сторожишь? Я привратник этих ворот. По ту сторону и по эту. Я сопровождаю тех, кто достоин этого, в царство мертвых. А ты не проводил сюда капитана по имени Стальная Борода? А ты не проводил сюда капитана по имени Стальная Борода? Не могу вспомнить такое имя. А он был достоин? Достойней не бывает. Мне надо поговорить с его духом. Подожди.
Ты хочешь пробиться через полчища мертвяков, чтобы поговорить с духом стальной бороды? И не забывай, он достоин. Зачем тебе это? Я хочу остановить Мару, а капитан Стальная Борода единственный, кто может мне в этом помочь. Мара! Уже многих она отправила в царство мертвых. Да, и ведь будут еще. Мара уже давно нарушает покой мертвых. Я открою для тебя ворота и покажу тебе дорогу в царство мертвых, если ты пообещаешь помочь беспокойным духам. Что ожидает меня в царстве мертвых? Что ожидает меня в царстве мертвых? Насколько темно и холодно на этой стороне, настолько светло и тепло на той. Царство мертвых — отражение этого мира. Но слова не в состоянии описать его. Ты скоро сам все увидишь. А что такое этот священный храм? А что такое этот священный храм? Священный храм — это место, в котором стоит алтарь Перехода. Там я провожу ритуал последнего помазания. Там достойные души переходят в царство мертвых. Чем отличаются мертвяки от духов в царстве мертвых? Чем отличаются мертвяки от духов в царстве мертвых? Мертвяки задержались в мире живых. У них нет души, и они нападают на каждого, кто приблизится к ним. Им уже нельзя помочь. Но и в царстве мертвых есть заблудшие души. Но для них еще есть надежда. Потерянные души будут единственными, с кем ты сможешь поговорить. Души тех, кто нашел покой, слишком далеко от мира людей и не смогут услышать тебя. Хорошо, что мне сделать? Хорошо, что мне сделать? Умереть. Знаешь, пожалуй, я передумал. Не настоящей смертью. Эликсир ложной смерти позволит тебе попасть в мир мертвых и вернуться назад. Ты должен лечь на алтарь в священном храме, а затем выпить эликсир. После этого я смогу помочь тебе перейти на ту сторону. Откуда мне взять эликсир ложной смерти? Откуда мне взять этот эликсир ложной смерти? Я его приготовлю для тебя. Принеси мне 6 горстей могильной пыли, а также 5 цветков черного лотоса. А где все это взять? Могильная пыль есть в склепах, а лотос растет на деревьях. Я сделаю, что ты сказал. Впусти меня. Я сделаю, что ты сказал. Впусти меня. Я открою для тебя ворота, но запомни, если ты погибнешь от руки мертвяка, даже я не смогу спасти тебя. На меня они не нападают. Я буду ждать тебя в священном храме в конце Большого ущелья. Вот, это тебе поможет. Ну, карта мертвецов получена. Устала мертвецов вести. Ясно. Ну ладно, продолжим уже в следующей серии. Путешествие. Загробное царство. А пока всем спасибо за просмотр и всем пока.